Привет, друзья! За моей спиной образовалась огромная куча дров, и многие просили показать, как работает мой станок для бензопилы. Так что сейчас я вам покажу, какой объем я перепилю за раз, без всяких проблем. Будет все немножко в ускоренном режиме, сзади меня есть куча от разобранного толчка, и вот сейчас ее надо переработать, перепилить, чтобы сложить в дровник. Так что ставим хорошую музычку, в конце немножко добавлю комментариев, а вам желаю приятного просмотра. Поехали! Как-то так. Сам станок состоит из одной тяги из пластиковых труб. Ну, одной общей тяги. То есть отрезан кусок, по-моему, 50 сантиметров, потом вот написано 55 и маленький 28. Стоит длинная шпилька для того, чтобы нажимать газульку. Уголок в качестве фиксатора, чтобы сама вот эта шпилька не уходила за спусковой крючок, скажем так. Возвратная пружина небольшая, чтобы в обратку возвращала весь механизм. Все сделано на барашках. Я уже говорил, что гаечки лучше использовать с резиновой прокладкой, но вроде за этот объем ничего не открутилось. Также прикручено просто кусок пластиковой трубы, чтобы ориентироваться, какой длины пилить примерно дрова. А так все просто и гениально. Кусок профильной трубы, закреплена сама бензопила и вот на таком строительном складном козлище. Так что все очень просто. Вот был объем. Старый толкан, буквально 15-10 минут, и все переработалось уже в дрова. Теперь это все в тачку и тащится вон туда, в дровник. Так что, друзья, все просто, все работает, все круто, все классно. Нет никаких проблем. Делайте, пользуйтесь и наслаждайтесь. Всем спасибо, ставьте лайк, если понравилось, и пишите свои комментарии. Давайте еще немножко поспорим, если кому что-то опять не зашло. Всем пока!